себе. Уже снег, вот это я засиделся. Бегу. Ты глубже кидай. Глубже топи. Бежи к своим родителям. Скажи, что приехали два рыбака. Ждут их в гости. Давай. Вау. Вот это кобылка. О-хо-хо. Хорошая. Доброе утро, рыбаки и любители острых ощущений. Наступило утро, приехали мы на рыбалочку проверять наши жерлицы. Там у нас горит 2 флажка, там у нас горит 4 флажка. Но мороз сегодня ночью был такой сильный, что лунки позамерзало так, что мама не горюй. Вот, поэтому сейчас мы будем пешней пробивать все лунки, прочищать жерлицы, менять где нужно живцов, ну и соответственно, кого мы поймаем, мы увидим вместе с вами. Погнали рыбачить. Вот тут поставим, да? Отлично. Поставили. Забурили. Вычерпываем. Ну что у нас с толщиной, да? Ну вот, уже со спичный коробок. Вот уже, по крайней мере, не так, как вчера. Ну что, водяной. Дай нам поклевки. Давайте покрупнее живчика. Такого. Чтоб на него точно клюнуло. Подзаводим под спинку. И отпускаем на свободу. Зачищаем. Он все-таки хочет, чтобы мы его поймали. Мотает. Есть. Я ж так и знал. Это окунь. Окунь. Отдай. Не твое. Ну вот, поймали окунечка этого хитрого. Это так окунь может только баловаться. Захватил. А мы его выцедили. Выцедили. Подсекли, можно сказать. Мы его подсекли. Отлично. Такой красивый. Ну, 2 ладошечки. Ну, приятно. Будем пить чаек. Чай будем пить из чаги. Ничего другого у нас нету, да ничего другого не хочется. Сейчас поедем домой, пообедаем. Приедем через часик-другой. Ну, за хорошую рыбалку. Чтобы больше никто не проваливался. И за хороший поклев. Пока тут мужики ищут золотую пешню,
Сейчас куча приспособлений, куча всего. А у нас, друзья, горит 4 флажка. Ты глубже кидай, глубже топи. Ничего, к концу зимы вытащим. Продолжаем чистить жерлицы. О, стоит. Здесь вот надо. Тут, друзья, кто-то у нас стоит на закрытую жерлицу. Сейчас мы узнаем, кто стоит. Кстати, я эту щуку только крючком и смог ее взять. Морда подходит, а стояла спокойненько, тихенько. Ну ты ж моя умница. Что там, сильно заглотила? На закрытую жерлицу стоит и даже тащить не хочет. Давление, давление, друзья. Ах ты, ну тогда извини, а то я тут сейчас буду с тобой. С нее кровь бомбит. Такой экземплярчик. Двушечка. Здесь же мы кидали с тобой спиннинги. Вот тут-то ловил. На спиннинге. Так, солнце такое. Освещение не очень. Еще одна жерлица, оказывается, флажочек прилип и не хочет. Вот так посильненько, но подергивает. Сейчас мы быстренько луночку-то расшевелим. И будем тащить. Ну такое. Не супер. Не супер. Ну, двушечка наша, друзья. Еще одна красотка. Еще одна красоточка. Так, на закрытый. Причем, да? Не, а может, она его могла растащить, потому что флажок-то прилип. Вот. Ладно, мы сейчас. Сейчас я тут проверяю жерлицу, она. Дергает. Ох ты! Вот это я трофея вытащил. Вот это я трофейчика вытащил. И заглотил же так. А сейчас я его аккуратненько. Еще одна подстава. Еще одна сработала. Еще одна подстава. О, у нас уже 3 флажка сработало. И здесь я пробивал лунку. А она стоит даже не размотана. Хорошая. Хорошая. Ух, какая шустрая. Ну вот, друзья, еще одна хорошенькая.
сразу оглушу ее, чтобы она тут не дергалась. Ух ты, мать боже. А заглотила-то как? Давай, выключай. Еще одна жерлица сработала сзади, еще одна, вообще не пойму, что с щукой творится. Опа, есть. Очень. Это хорошая. Идет прям. Прям и... Отпустила. Блин. Шла так хорошо. Хорошо. Ну ладно. Сейчас она где-нибудь какую-нибудь соседнюю возьмет. Соседнюю сейчас возьмет жерлицу. Гонит шубу. Проверяет жерлицу. А тут то ли кто-то есть. То ли есть кто-то. Щурогайки. Маленькие. Ну-ка. Самые крупные щуки. Просто загляденье. Ну-ка открой. Бежи к своим родителям и скажи, что приехали два рыбака. Ждут их в гости. Давай. Совсем уж маленькая. Аж смешно. А живец-то тут был хороший. Как-то непонятно. Лужок вырвало. О, и здесь сидит. Наверное. Что-то такое. Ничего себе. Вот это кадр. Вот это я понимаю. Хороший улов. Хороший. Ну просто сказочно. Значит, подходили сюда щучки. Подходили. Сейчас сядем, пообедаем. Заварились у меня все по-халтурному доширака. Хлеб, чеснок, хлеб с маслом и горчица. На вечер приготовим что-нибудь посерьезнее. Картошечки пожаренные, может быть, еще что-нибудь. Сегодня уже в данный момент 19 мороза давит. Как говорится, мы ее не ждали, а она пришла, зима. Ну хорошо, сегодня вытащили. Кое-что вытащили. Кое-что убежало. Но в основном вытащили. Что-то доширак какой-то желтый. Он что, блин, с черноземной реки? Ой, пшеницы. Так. Так, Влаш. Ничего себе. Это что, на... О, прикольно. Ну что ж, приятного аппетита, друзья. Сегодня у нас спартанский обед. Потому что на 15 минут быстренько забежали отогреться. Вот, перекусить что-нибудь и побежим на вечернюю проверку. Хлебушек с домашним маслом. Я флажок вижу, жерлица горит. И вот тут походу. Так, ну что, мы приехали на рыбалку. Снежок лег на лед, налить выгнал. Такой под нами лед красивый, почти прозрачный. И куча шуги гонит с берега, с болота выгоняет, все жерлицы нам замуровал. Не дает нормально, спокойно, тихо ловить. Придется жерлицы забирать домой. Оттаивать их и обратно ставить, но в другом месте. Здесь невозможно. Так, друзья, у нас сработал флажок,
Но здесь передвигаться очень опасно. Лед очень тонкий. Шуги много. Иду крадучись. Но жерлица стала. Уже что посерьезнее там подошло. Сейчас подойдем посмотрим. Ой, как мотает. Ой, как мотает. Давайте, друзья, посмотрим, что мы тут поймаем. Yes! Какенька она шустренечка! Ну вот. Подошла сюда. Размотала, почистила всю жерлицу. А мы думаем, как ее от льда очистить. Пышку попросить. Она смыканет, дернет так, что и жерлицу нам почистит. Но лед трещит, друзья, вообще. Идешь и просишь водяного, чтобы он, как говорится, ничего и не того. Так, ладно, сейчас мы. Щука, говорите? Большая, жирная щука. Сидит, наверное, караулит. О, хорошенько. Чувствуется. О-хо-хо. Такая щучечка. Килограмма на два. На два. Не такие, конечно, бурные эмоции, как после вчерашней. Открой пасть, открой, я крючочек вытащу, и потом ты можешь. О, хорошая темная озерная вкусная щука, хищный зверь. Давай, отлично. Дети будут сыты. Поднимал, Карлович? А? Начал поднимать, щука схватила. Начал сейчас проверять. Схватила щука. Давай, 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 поднимай. Подтекай, я снимаю. Хорошая. Хорошая, хорошая. Быстренько она ее. Прям вот сейчас, да? Как вот живца потащил, даже не размотанная, она
живца потащила нас, пробу подо льда схватила. Вот гуляет здесь. Нужно сюда. Вот. И ты ощурился. Охвана. Ноги хоть немного стали отходить. А то прям вообще задубели. Движение, когда начинаешь двигаться, вот в этом месте хорошо гуляет щучка, пусть не такая крупная, но гуляет. Палатку и там ее переделать. Идет дальше. Знаешь, что было? Поднимаю, вверху нет никого. Начал обивать. Вот так шевелить. Понял? И в руках она у меня бум, блядь. У меня тоже такое как-то было. Помнишь, леску она даже не размотала. Я даже ее быстренько это. Оно у тебя зафиксировано в положении? А, уже непонятно, да? Да я сейчас что, у меня живца-то нету, что уже? Нет, я к тому, что положение. Положение. Но оно тут должно на изгибе запомниться. Сейчас, может, найду этот изгиб. Может, и не найду. А, вот он, изгиб. Запомнил. Флажки все ледяные. Ох, налишь шугает. Так, живца. Хоть какая-то веселуха пошла, да? Веселуха пошла. Щучки. Здесь кушали. Понял, сейчас поменяем. Рабочий день. Пока жерличник. Пошел, пробил, поднял, поймал. Поймал, просто порыбачил. Снег скрипит под ногами. На градуснике 26 мороза. 26. Почти тридцаточка. Ушкин кот. А нам сейчас ехать в город. Надо друга отвезти. Ну, чем тут друг занимается? А он, оказывается, разогревает. Ну что, получилось отогреть? А? Получилось отогреть? Подгонка? Да, все, конечно. Все, заводим? Нет, рано еще. Рано еще. Такой 26-градусный мороз. Ты хоть покажи, что разогреваешь, а то... Мне-то тоже надо. Покажи хоть что отогреваешь. Мне-то тоже надо. Вот этот коробок. Да, вот здесь. Ага. А то как я отсюда уеду. То есть его нужно отогревать, да? Да. Его нужно отогревать. Ну, желательно. Подогреть. Ну, мы сейчас, как только технику заведем, едем сначала проверяем жерлица. Да, Умочка? Умочка. Хорошая моя Умочка. Ну, чего зима. Вкусняшку хочешь, да? Сейчас тебе сахарок унесу. Вот, ну а после едем 20 километров отвозить друга. И 20 километров обратно. Ух!
И вот, друзья, пробили флажок в жерлицу. Я подхожу, она как потянет. Опа. Серьезно, друзья, идет. Очень серьезно. Ой, серьезно идет. Очень серьезно идет. Очень серьезно идет. Отличный. Отличный серьезный вариант. Утро. Ну ты ж моя ж прелесть. Не успела сильно заглотить. Отлично. Yes! Шланечку взял? Это меньше брызгом, как вот так вот. А конечно. Сейчас мы заправимся и отправляемся в дальний путь. Здесь мы добываем нынче воду для пропитания. Выдолбили лунку и набрали чайник. Вода очень вкусная, речная, полна витаминов и положительных бактерий. Но хочу заметить, после употребления этой воды, которая течет в этой речке, организм у меня стал намного лучше чувствовать себя, чем нежели после той воды, которая в городе отфильтрованная. Я бы ее назвал мертвая вода, хоть она и чистая. А здесь живая вода. Пьешь, энергии полно. Да, безусловно, ее сначала надо прикипятить. Вот. Но все равно какие-то микроэлементы остаются, и они полезны для организма. Организм оживает, желудок не болит, ничего не болит. И самочувствие лучше и лучше. А приезжаешь домой, пару раз выпьешь холодной воды, хоть с-под чайника, хоть с-под чего, с-под крана, и все, организм начинает страдать фигней. Что-то там не то с той водой городской. Вон какой хвостик едет домой, торчащий с сумочки. А, это не тот хвостик. Вот хвостик. Вот он хвостик, который... О-хо-хо. Гигант. Мешок не влез. Красота. Сейчас Андрей заправляет волокушу и отчаливает. Сними. Зима зимой, мороз морозом. Вот. А квадроцикл все-таки присел чуть-чуть. Нашел он себе место. Изгубленное. Ну, пробуй залетать. Только смотри этот кол. Кол смотри, не снеси, он твердый. Ай, красавчик. Ну вот, теперь все какахи замерзнут на квадроцикле. И до весны не отмыть чернозем этот. Ну вот, молодец, развлеклись. Сейчас цепляем волокушу.